Ребяшки, все привет, добро пожаловать на... Подожди, стоять. Добро пожаловать на прохождение замечательной гучки Icewind Dale, первая часть, Enhanced Edition. Вот, и сейчас, давайте, пока на паузу, а то сейчас выбегут. Сейчас нас ждет серьезная битва с каким-то главарем. Я вот, правда, не знаю, давайте попробуем сохраниться и зайти туда. Будет ли он с нами говорить или нет? Либо он... Да, он все-таки говорит. Отлично. Гуманоидс, что вы делаете? Пещера принадлежит Лиспену, королю людей-ящеров. Это я. Король людей-ящеров, значит? И как ты ее себе захапал? Так, если ты расскажешь, что ребятки делают, пещера будет принадлежать так мертвому королю. Вы украли крестьян спасения отделения, где учился всеобщем языку, не отесанный дикарь. Так, а давай-ка... Вы выкрали крестьян из поселений в долине? Часть из Унумей, часть есть сами. Чего? В деревнях? Вы едите крестьян? Что вы за чудовища такие? Ну это я понимаю, человеческое мясо и вправду очень вкусное. Кто она такая? Так твоя королева? Из Унумей не наша королева. Она королева змей. Король ящеров служит из Унумей. Она дает пищу для нас. Больше всего пищи в деревнях. Вы встретили в глазу дракона короля людей ящеров. Он сообщил вам, что верхняя пещера в вулкане принадлежат ему. Он также рассказал, что его в эти пещеры перевела некая Изуномей. Теперь ясно, что люди-ящеры похищают крестьян не просто, чтобы их сожрать, а по приказу этой Изуномеи, чтобы снабжать продовольствием еще и подручных. Ага. Эх, не раздвинуть. Так, интересно, ладно, приятно, питак. В деревнях вы едите крестьян? Народ ящеров голодает. Король должен заботиться о своих подданных, служить Изуномеи. А ты вмешиваешься, и это я тебе не прощу. А эти не простят? А, все, никто не простит. Окей, так. Окей. Тогда, получается, вдвоем давайте сейчас в атагу клоунов кастовать. Нет, вот здесь сейчас вот беганем. Так, ага, ну и погнали. Конечно. Хорош. Сюда. Ох, какой он мощный. Так, кто-то там что-то еще кастует. Кто-то выпендривается там, посмотрите на него. Да. Давай так. Да. А, так, а что нам туда? Ну, только вот сдерживание. Ага. Так, давай-ка ты вот сюда вот встанешь, борток. А, видимо, не пройти там, да? Так, у нас там какое-то сдерживание. Окей. Давай тогда вот так. Что такое? Ой, что и главаря у него там задели. Хорош. Блин, от этого, от черепа урона, конечно, просто колоссальный. Может, они злые теперь? Блин, слушай, череп этот вообще вещь. Тебя
Блин, как круто, а, с магией-то, офигеть. Вот эта фигня, по-моему, урон не наносит вообще. Парень какая-то. Хотя, может, и наносит. Пес ее знает. Так, у нас тоже, кстати говоря, проседает потихонечку. Так, давай ты сюда вставай. Офигеть. Какая тема, а? Ну-ка, давай, погнали вперед. Увалить их. Хочешь попробовать? Как пожелаешь. Блин, как же крутая магия какая. Офигеть. Сколько же она крута. Так, все, вроде как выстрелили. Так, у этого Бармалея опять закончились. Патронтаж. Так, это у нас нож, чё? Колющий, это кинжал. Ножны в спине, ничего себе. Свое странное имя это оружие получило из-за обычая своего первого хозяина наносить врагам удары в спину. Длинное лезвие этого стилета специально разработано, чтобы пробивать броню. Наемный убийца Беледор из Калимпорта поразил этим клинком десятки людей, прежде чем его отравил подкупленный слуга. Так, плюс 5. Бу. Охренеть. Ни хрена себе. Так, плюс 5. Блин, мне кажется, он стоит вообще целое состояние. Но мы его, естественно, продадим, так как мы вплотную драться не будем. Защита от кислоты тоже продадим. Да. Не слабо, не слабо. Так, это все на продажу, на продажу, на продажу. Хотя банки, наверное, можно сразу сюда. Они урон наносят мелкий, но зато стоят огромное состояние, поэтому... Хе-хе. Так. Мы так и не выдали ему, да? Так, у этого есть, есть, есть. Так, все, стреляй. Ай, уже все. Достреливайте, да. Совсем не сложно. Отлично.
Что еще тут есть то? Конечно. Так, видимо, нет. Так, ну что-то сюда вот есть. Тихо ты. Чем могу? Что-то обустроили-то, блин. Так, все вроде как зарубили. Какая-то змея. Давай поговорим. Я смотрю, что-то. Ага. Я слушаю, я это сделаю. Так, давай девахой нашей. Так, призыв, причем еще первый. То есть это уж совсем какая-то какаха. Призыв монстров один. Но это уже тупо на продажу. Здесь это нам точно не надо. Так, давай-ка мы вот так вот сделаем. Так, это обнаружить зло. Туда же. Опа, огненный шар. Хорош. Так, он третий как раз. Огненный шар, одна из причин, по которой искать тартата. До максимума 10D6, офигеть, 10D6, вот это я понимаю. Вот это надо обязательно изучить. Так, только у нас этот будет третий получается у нее. Тогда нам надо барду покупать этот. Да, лучше, чем это будет, третий. Хотя, может, и не лучше, но в любом случае, он покроет намного больше. Да, мы волшебницей тогда будем черепухой стрелять, а этой девчулей. Офигенно, вот огненный шар-то хорошо. Хорошо. Так, это что такое? Зелье сопротивления магии. Дорого стоит сюда. Так, это у нас... Блин, надо бы этому отдать, конечно, все. Девчули этой вот так вот сделаем. Так, это мумия, противоядие. Давай сюда. Отлично. А, просто офигенно. Так. Давайте подождем. Сейчас тут не появится никто. Хорош. Все, превосходно. Так, теперь у нас нам надо переучить бы, конечно, теперь на огненный шар, естественно. О, сюда. Ой-ой-ой, извините. Извините, пожалуйста. Хочешь повалить меня? На этот раз наши дела должны... Так, они где пройти-то тут где-то не могли, да? Где-то тут не могли пройти. Так, они вот здесь не могли пройти, получается. Очень надеюсь, что... Или... Да, вроде здесь. Ну-ка. По-прежнему не могут пройти. Это один проходит. Да? Давай тогда куда-нибудь спрячемся. Где-нибудь вот сюда вот. Я не возражаю. Ниже сейчас призовем. А этих будут валить? Нет. Спасибо, что спасли нас от гадких ящерок. Я пойду домой. Да пока, дитя. Давай. Сейчас, блин. Пипец. Сейчас, блин, нормально. Давай, иди там, путь свободен. Ой, пипец. Ну ты серьезно? Фига их там. Что-то их там вообще сильно много, по-моему. Так. Перекрываем. Не пускаем никого. Я могу это сделать. Так, все отлично. Я там сейчас эти перевалю. Случайно всех этих взял.
Хорош. Они нас уже даже не агрятся. Хоча надеюсь, что они сейчас не появятся тут опять. Давай, уже так сейчас запинаем. Шапками закидаем. Мне это совсем не сложно. На этот раз наши дела должны говорить за нас вместо слов. Фу, так. Ну давай. Ну конечно. Кто бы сомневался. Чем мы, конечно. Ой, кстати, он... А вы что, деретесь с соседями? А, нет. Блин, мне нечего поставать. Я могу это сделать. Что угодно. Только если еще нежить. Сейчас там всех еще этих повалим, блин. Человек ящик, крепкий ящик, ему пойдет. Так, единственное спасение это вот это вот. Застанете всех. Так, все, врубаем. Ты об этом позабочусь. Я здесь. Прекрасно. Так, давай сначала вот ты зайди вот сюда, вот так вот. Так. Во. Зашибись. А этот, видимо, не вылезет. Все, валим их, ребята. Давай на всякий его. Блин. О, все, отлично. Блин, пипец. Ну неплохо, опыта хотя бы подзаработали. Я сделаю это по возможности наиболее безболезненно. Хорош, разлетелся. Я буду помогать. Ну давайте, пусуны, пожалуйста, давайте без этих. И что такое? Это что было-то? Это, наверное, эти люди убежали. Заставка, наверное, да, была? Офигеть. Короче, идите сзади. Надо бежать отсюда. Бежим! Бежим отсюда. У нас ничего не восстановилось опять. Ничего нету. Конечно. Они нас не оставят в покое. У нас уже заклинаний нету, блин, пипец. Надо выходить. Видимо... Тут они всегда, да? Ну, хотя нам как-то там повезло один раз. Но в любом случае сейчас мы ничего не сможем сделать. Нам надо просто уходить. Нормально, сейчас отомстим. С магией вообще красота пошло дело. Сейчас у нас еще тем более будет этот огненный шар. Тогда вообще всем хана. Так, девчуля, что у тебя там? Так, спас-броски выросли, да, на 2 причем. И дополнительное заклинание, и знание легенд, окей. Давай сразу тогда оприходуем, что у тебя там есть. 3-го, о, чудо. Ну и пойдет, ладно. Так, а ты у нас по-прежнему, да, по-прежнему. Окей. Тут сработало. Хорош. Так, все, погнали вниз. По идее, тут сейчас уже не должно быть никого.
И нам получается... Нам, получается, надо идти вот сюда вот. Блин, вот вообще неочевидная фигня. А, ну хотя очевидная. Вот, для дураков ведь. Проходик. Да, боевая магия намного сильнее, чем вот эти все... Тела горят, как будто проход. Намного сильнее, чем все вот эти вот ускорения, броня, благословения. Ну и нахрен. Это, наверное, вот на низком левеле, когда вот ты катком прокатываешься. Извините, а я могу? Я не возражаю. Вы появитесь тут? Так, они не появятся. Окей, тогда придется воевать. Мне это совсем не сложно. Тогда придется воевать. Ну давай, закрывай. Так я, блин, болван. Это будет сделано. Конечно, конечно. Так. Блин, этот болван вместо того, чтобы нежить призвать, попер вперед и все. Я сделаю это по возможности. Драться. Во, сюда. Блин, ну конечно, офигеть урона. Это по возможности наиболее безболезненно. Ну это вам так зафигарим. Сохраняемся тогда и погнали. Дальше воевать. О, кто-то есть там. Я не возражаю. Блин, так что, по два и будут, что ли? Так. Так, ну и давай попробуем теперь. Ну, такое, да? Не особо прям и урон-то много наносит. Перепуха вроде даже побольше урона наносит. Я больше нежити, по-моему, убиваю. Мортис! Да. Это хорошо для больших скоплений, видимо. Погнали-то атаку лучше. Ой-ой, брат. Ба-ха-ха, братан! Братан, братишка! Так. Но он, в принципе, жив? В принципе, жив. Давай, а мы можем... Ну-ка, давай-ка мы попробуем взять тогда воскрешение. Чисто попробовать. Чисто попробовать. То есть мы сейчас попробуем подождать. Ага, все понятно. Я все понял. Я все понял. Я осознал свою ошибку. Я все понял, я осознал свою ошибку.
Так, любитель не сохраняться, сел, блин. Мне это совсем не сложно. Так, готово. Блин, нифига он там урон наносит. Да. Не знаю, сколько я еще смогу выдержать. Я могу это сделать. Есть. О, с радостью. Как скажешь. Вот это пипец. Чем могу помочь? Это будет сделано. Так. Эти вроде как переключились, да, получается? Тяжелые раны. Сейчас всеми лупанем. Одновременно. Как я еще могу услужить тебе? Ну давай, брат! Хорош. Я могу это сделать. Так. Все, ГГ, пошли пинать. Как же жаль, что вам приходится перебегать к насилию. Нормально вообще, нет? Мне это совсем не сложно. Так. А, хорошо. Хорошо. Так, воскрешение, получается, не будем брать пока. Погнали так. Можно, в принципе, и двумя попробовать. Управляться, только нам надо бы. Хочешь повалить меня? Вот эту штуку использовать. Да, и пока я ее там использую. Ясно, понятно. Все, больше ее не используем, короче. Без нежити мы тут застрянем надолго, поэтому давай сразу без выпендрежа, без всякого. Без разницы куда, да? 6, офигенно. Ну погнали. О боже, нет, назад. Походу он всех там загрел. Кому он стрельнул-то, я что-то не понял. Конечно. А, все, я понял. Я понял, по кому он стрельнул. О! Вот так-то сейчас они быстренько с ним. Мне это совсем не сложно. Так-то сейчас они быстренько с ним. Быстренько. Так, пацаны, давайте. Погнали сюда. С радостью. С радостью. Да. Ну и жопу закрывать за нежить, это нормально. Когда по нам не бьют. О, хорош. Да. Они уже никуда не идут. Давай, наверное, я просто сделаю это так, по возможности наиболее безболезненно. Ну блин, ну я об этом позабочусь. Так, сразу пошли агрить. Я говорю, пошли агрить. Я сделаю это по возможности наиболее без... чем с удовольствием. Я постараюсь. Так. Нежить, блин. Давай поскорее.
что-то. Так, ну вроде нормально. Я здесь. Блин, вот эта анимация, даже сама просто анимация, и то такая классная. Шарики вот эти. И они визуально как-то урон намного наносят. Я об этом позабочусь. Стрела, вот, например, обычно ядовитая это пролетела и все как-то. А этот, именно вот эти шарики, такое ощущение, как будто там просто тонну урона вносят. Наши дела должны говорить за ой, нас. Ой-ой-ой-ой-ой, куда вы? Это будет сделано. Здравая идея. Тихо. Так, это тролли. Поэтому тут сейчас огонь должен хорошо зайти. Кстати, и кислота тоже. О, хорош. Хочешь меня? О боже, сколько же у вас там вылезло-то? Еще и пауки, ёкарный бывай. Так, похоже, надо отходить. Офигеть. Меня. Так, а можно на самом деле попробовать повоевать-то? Может, они не такие сильные? Ладно. Работа ждет. Понятно, я все понял. Я все понял, парни, понятно. Нужна помощь. Вы, как всегда, затупили. Я могу это сделать. Угу. Здесь они сюда не пойдут. Убипец. Идите в жопу, блин, отстаньте от меня, пожалуйста. Спасибо большое. Так, здесь они ушли? Да, вроде ушли. Конечно. Так, ну нормально, мы там их потрепали, прям вообще отлично. Сейчас тогда... Неужели они все пойдут сейчас? Да, похоже, похоже на то. Они, видимо, как-то загрелись. Обычный тролль, окей. Так, давай сейчас... Подожди, а можно, наверное, загрузиться? Сейчас мы зайдем это тогда будет... и сразу нежить будем призывать. Они, мне кажется, уже загрены на нас. И как только поняли, что мы появились, уже поперли к нам. Да, вон я уже слышу. Мне это совсем не сложно. Так, окей. Вот так хорошо, когда они не вперемешку, мы можем регулировать хотя бы урон от огня. Так, давай сумятицу небольшую внесем. Так, нам что надо? Кстати,
Ну, вот это, наверное, надо бы. Да, там пипец. Так, вот сзади еще появились, отлично. Не знаю, работает или нет, но на ящеров это работало. То есть, логично представить... Нет, видимо, нифига. Нифига, видимо, на этих не работает. Так что главное там сзади никого не загреть. Так, тролли злые или нет, как думаете? Во, злые. Хорош. Я готов. Так, кстати, у нас у Палыча есть замечательная штука, давайте тоже туда рыбанем сейчас. О, кайф. Что? Заруба, конечно, там не детская. Хорош. Чё, стрельнуть ты там не можешь. А, и места нет. Как скажешь. Офигеть это. Блин, жесть, конечно. Так, ну чё, настал твой момент тогда. Давай все сливаем все, что есть. Так. А, ну тут камешки только. А тут что есть, чего? Ну, Барт, просто стреляй. Офигеть. Вот это что-то фигня, урон не наносит, по-моему, вообще. Не тяни. Давай-ка вот так сделаем. Хотя бы стреляли уже. Иммунитет к моему урону. Понятно, можем не стрелять. Так, тогда можем не стрелять. Хорошо. Конечно. Чем могу помочь? С радостью. Конечно. А. Конечно. А. Так, а го попробуем кого-нибудь заарканить. Авось получится. Не получилось. Не получилось. Так. Так, у нас, в принципе, наверное, можно молотками погонять, пострелять. По идее, должен быть урон. Получат. Так, агромаг. У тролля иммунитет к моему урону. Блин. Не получится. По камешкам. О, камешком нормально. Нормально идет камешком.
Урож. Да. Паладин, ты тоже давай чем-нибудь там дрисни. Такое ощущение, как будто он хилится. Я здесь. Получает 6 дробящего урона. Ну, по крайней мере, проходит. Это уже радует. Хочешь меня? И невидимость. Ну все, получается. У нас только эти теперь. Лоботряс. Всех понемножку поквоцали, блин. Я готов. Так, ну и все, что. Давай, Вров, может сработать все-таки. Да, нафига тут. Блин, нам чуть-чуть не хватает. На самом деле, у Палыча есть еще... Не у Палыча, а вот тут вот. Баночки. И, наверное, можно ими попробовать что-то поделать. Здесь у нас есть вот горящего масла, да? А что, только две, что ли? Подожди. Они вот тут. Но она каждая 150 стоит. Но зато на 5 футов 2-8 урона, 16. То есть в теории мы сейчас можем несколькими баночками, давайте все возьмем, несколькими баночками сейчас всех завалить. Так что, может быть, это и выгодно. Так, тут у нас ничего нет, одна есть. Во. Так, и все. Надо задницу обижать. Пока не поздно. Пока не поздно. Так. Все, ладно, банки тогда оставляем на продажу. Это уже крайнее средство тут. Можно на самом деле было вот этой штукой пострелять огненной стрелой. Но у нас сейчас они уже к нам подойдут, поэтому... Сиди, пожалуйста. Не нужны вы. Свободны. Ага, пусть и больше. Так, сейчас опять эти к нам лоботрясы придут. Нам надо успеть сейчас кастануть... Этих других лоботрясов. Хорошо, что они все загрелись и постоянно идут сюда. Это прям 6, пожалуйста. Все, отлично. Так. Ну сейчас-то мы их завалим точно уже. Сейчас-то мы их точно завалим. Так, а давай-ка, наверное, подождем пока. Сейчас подойдут и все остальные. Вот эти все пауки, чтобы всех по максималке задеть. Сейчас еще проклянем их. Ну все, хана вам. Да. Витя!
Обалденно. Огненный шар, кстати говоря, ничего такого, да? Лучше черепуха, он много раз, как по мне. Я здесь. Черепушка урона наносит намного больше. Может, из-за того, что у них сопротивление. Ну, у троллей наоборот, вроде сопротивление не должно быть. Тролли, наоборот, сопротивление к огню слабое. Что? Так, вы-то что стоите? Ну, одновременно. Всем одновременно фигачить. Так, ну, пока тут справляемся вроде. Что такое? Что такое? Так, сейчас все одновременно. Полпану. Вот. Ну вот же, вот же. Нормально же. Ой, там огненный шар этот был. Ну-ка, давай его. Ну, похоже, я промахнулся этим огненным шаром. Ну, ладно. Ну, вот за несколько присестов. Так и неплохо вроде. Что у тебя на уме? Хочешь меня? Ты сдохнешь, нет, пипец. Я готов. Он готов. Да, хорош. Так, тролли бунтет к моему урону. Скелет лучника, ага, тоже чисто магией, да? Пипец, тут у всех защита от магии. Ой, в смысле, от физического урона. Ууу, вот это да, вот это бойня. Вот это я понимаю. Чем вот могу это помочь? Я бы даже сказал, я прикол. Жалко только, с этих троллей ничего не выпадает. Так, закройте-ка меня. Опять все заклинания потратил, офигеть. Так, хорошо. Хорошо. Так, давай ты сразу туда играй. Что у нас по заклинаниям? Так, это хорошо себя показывает. Вот второго заклинания у нас нет хороших, кроме стрелы. Так, это непонятно. Вроде фаербол неплохой, но оказалось, что черепок прям намного гораздо лучше. Черт его знает. Может быть, конечно, по каким-то субъективным ощущениям, но вроде как намного лучше. Хрен мне его знает, это совсем не сложно. Что-то раньше помню фаербол. Наверное, это из-за того, что реально у нас, как сказать, хелов много у них, да, и просто шар их не пробивает. Раньше помню, шмальнул там в какую-то там, все сразу поподохли, блин, такая тема была. А сейчас что-то и не дохнут, и беспредел, и не согласен я. А, ты чё это? Ты чё, один тут, что ли? А, я не один. Ты там сделал такое? Ух ты, ух ты, ух ты. Чё-то всё развеял. Сюда. Братан, перекрой. Хорош.
Все. Гача. Так, ну все, мы тут сами уже справимся. Я еще могу услужить тебе. Врубаем. Ой, нет, там еще пауки идут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Извините, пожалуйста. Вот с этими засранцами нам не надо воевать. Вот с этими... Да ты пошел. Там что-то у вас. Сюда. Так, перекрыли. Ага. Блин, мы сейчас, блин, ну куда паука врубу? Ну там вроде нету. Мортис. Блин, не, ну конечно это пипец. Так, что сюда, давай вот это. Там в труп прям уже все летит. Блин, все заклинания выстрелил. Мне вообще обалденно. Вплотную, ну, хорошо, два у нас этих есть. Вплотную вообще уже не то, пипец. Это такая тема. Ага, во, 14 уронов, фау, фантом, нормас. На них работает, значит. Совсем маленький этот брызги, что-то я думал на них побольше. Брызги что-то совсем маленькие. Так. Фу, мне это совсем хорош, не сложно. Хорош, с магией вообще хорошо, плавненько пошло. Вот, ну что, ребятушки, давайте тогда в следующей серии мы уже тут, наверное, дочистим. Ну, наверное, надеюсь, дочистим, тут осталось-то, в принципе. Подожди, мы тут были? А, это направо, да, проход? Да, мы тут нигде не были еще. Вот, следующая серия мы продолжим. Спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребятушки. Увидимся уже в следующей серии. Всем доброго, друзья, всем самого хорошего и всем пока.